Ян, привет. Включаем звук, чтобы меня не было слышно. И сегодня пойдем мы делать квестики. Включаем тут расходку и пойдем бафнуть с герани. Ближе. Здесь видеокарта меня не выбьет. Тележка, тележка с товарами. Так, мы вапнемся. Дрова нам не нужны. Нам нужны топ-ящики. Так, там еще одни. Еще. Только не попадаю. Кончики что-то начали снова отставать. Так что там? О, это то, что нужно. С пряткой. Так, тут мы отключаем. Я параллельно смотрю за Евой.
Она там качается, пытается качаться. Я сделала ей скиллы на МП, и как-то МП все равно не хватает там. Так, что там? Там не то, что нам нужно. Нам еще нужно 8 штук. И нужно обнаружить еще 2 полоски. Первая у нас есть. Дождемся наших сумчиков. Будем клашматить. Тот еще взять. И нужно еще одну пачечку найти нам такую. Классические хроники мы, в принципе, наверное, уже не увидим. А то, что нету такого вара, к которому привыкли старички, ну, те, кто давно играли, да, это поистине очень-очень грустно. Что нету таких движей. ПВП сводится к тому, либо пулькой ты убьешь, либо тебя убьют. Это очень грустно. Так, сундуки. Последний забираем. Пули и полетели дальше. Завершён сбор воспоминаний. Что у нас? Ладно, начнем с конца и будем плавненько подниматься вверх. Странно, что корейцы задействовали конкретно эти локации под квесты. Это было весьма неожиданно. Так, нет, давайте без мусов, давайте по одному. Я ж бафала зеленку. В итоге все, теперь будем без зеленки бегать. Пока у тебя все отлично получается. Спасибо. Спасибо. Вот что у меня не получается, так это... А, стоп, кристальный сбор. Это мне здесь нужно 4 моба? Или мне нужно... Не то. Вот, сбор воспоминаний. Я забыла, как мне тут надо сделать. Кажется, тут уже все.
А, вот, да, завершено. Значит, по одному все-таки. Я себе на хилке уже его сделала. Что касается носата, кстати, еще не делала, как и своему оконному чанту, за которого периодически играю. Так. Что у нас второй будет? Второй тоже есть. Погнали дальше. Это у нас третий. Группа. Еще воскресим. А, тут надо, не надо бить, тут надо обыскивать. Это, к сожалению, не могут делать такую грязную работу. Деться самой. Работать патологоанатомом, что ли? Так. Ничего. А тут... Опа, тут стрясли малясик. И последний. Под озером ползал нас. Вон, будем заниматься подводным дайвингом. Смертельный номер. Какого ранга? С первого. Обычно там багается и персонаж троит жестко. Сундук с вещами покойный. Такое ощущение, что как пират. Это что ж такое? Сейчас выдам пати. Все, поймали? Отлично. Куда мы возвращаемся? Наше супер дело. Так, а мы можем тогда сделать по-другому? Вот мы можем сделать так и на парнас. Ага. Хик тебе, хик. Умная такая. Либо уже сделать нормально. Группу делать. Что нам дальше? Шепчики поля помочь духу. Я надеюсь, все успели помочь этому духу. У меня лично от первого раза пригорело немного. Я привыкла, что на карте хотя бы что-то указывается. А тут ноль. Ноль просто инфы, где искать этого духа на карте. И единственный способ понять, куда тебе бежать, это нужно было прочесть внимательно в квестах инфу. Фейка, где ты? Фейка. У меня там Ева по-прежнему без маны. Я отключила там звук, чтобы не слышать этого. К сожалению, если я там щитку Евы так и не заточила. Она мне максимум на 3 зашла, надо было оставлять. Но я в себя верила, думала, что я заточу. Ничего подобного. Где этот злобный, ужасный, маленький дух? О, появился, отлично. Сейчас мы будем мелкими перебежками бежать. Так. А, с тобой же еще надо пообщаться. Ты же такой общительный. Все, привязался? Видимо, я для духа не слишком привлекательна. А, так, я сейчас пока думаю, меня убьют, конечно же. Мелкий
мелочь, ты за мной идти-то будешь? Как я ее ненавижу, этот класс. Просто ужас. Он еще исчез, нормально. Он в плечи до скорой встречи называет. Убивай меня еще раз. Здравствуй, техносайт. Не пошел за мной дух, не захотел. Призваться призвался, а идти не захотел за мной. Гнома показалась мне слишком привлекательной. Конечно, это не светлая эльфийка. Так, на Еве там тупники. Здравствуй. Блин, в прошлый раз у меня были проблемы с этим выбиванием духа. Похоже, будет то же самое сегодня. Я буду мучиться с ним. Вылазь. Мелочь. Комар, муха, я не знаю, что там, пусть вылазит уже. А где Ева? Ева качается, твичу. Она у меня там в башне Крумы на третьем этаже качет, как не в себя, выполняет квестик. Но у меня уже, ну как, она уже 78-я, но была 79-я. Я встала в город без сохранения экспо. Вот, она у меня же набила 43 итема из 50. Думаю, что... Что? Может быть, через часик она там что-то надумает. Но выучила ей там скилл. Благословение природы и скилл на МП. Но мана как уходила, так и уходит. Я просто не пойму, зачем качают много твинков. Отвечу, на Еве, да, там одно окно у меня. Нет, ну раз качают, наверняка есть какой-то смысл, просто нам с тобой пока его не понять. Так, мелкие пошли. Ура, он за мной пошел. Хоть в этот раз повезло. Я выдержу этот труп. Вот там какой-то труп. Я не будем резать. Меня сегодня в инстаграм почти никто не резал, когда я там пару раз сдохла. Пришлось упрашивать народ. Что я тоже не буду резать сегодня никого. Так. Пошли. Ну что ж ты буквы Ю-то ходишь? Так. Идем. Иди сюда. Так. Так, ну что ты там идешь? От него же еще нельзя далеко отбегать. Если бы я играл на Еве, наверное, смысл разум. Нет, я же. Блин!
Я же не играю на Essence, не знаю, как у них там что. Я вот только недавно собралась и завела стрим и дальше продолжила. Я думаю, что это нужно спрашивать у Натали. Она же там на Essence так прям играет давно. И гайды она по нему пилит, я видела. Я сегодня у нее сидела, смотрела, какие скиллы выучить на МП1. Я проучила до просмотра, а потом учила уже вот недавно. Я думала, все, откуда там столько адены у стримеров в сумке на новых серверах. И вот потом дотрумкала, что это оказывается печать Герана продается в бакалее. Вот тебе вся адена. Так, этот мы тоже сделали. Погнали. Квесты. Доступные. Ракшасы. Я думаю, что ракшасов я не потяну. А, у меня тут и не так много осталось. Или потому что я просто по уровню не прохожу. Да, наверное, потому что я не прохожу по уровню. Я же все-таки 104. Да. Я как не играющих подобно, я хотела узнать. Сейчас, извини. Я так поняла, набивание мопцов идет у нас, да? Да. Которую хочу. Хотела узнать, что за книга плюс 3, которая давалась за регистрацию на Еве. Эта книга понадобится для изучения скиллов. А вот. Одна книга, один скилл проучивает для твоего персонажа. Вот, причем любой на выбор там идет. Там же у них есть скиллы, которые учатся за книгу одной звезды, за книгу две звезды и за книгу трех звезд. Вот нам давали трехзвездочную книгу, которая могла бы нам изучить на выбор любой скилл, на который требуется трехзвездочная книга. Как-то сейчас я сказала, это было очень сложно. Вот, но я вот так вот поняла. Мне кажется, я что-то не то делала. Я пришла, бью мобов. Погодите, точно, тут прикол не в битье мобов. Тут прикол-то в другом. Я забыла, что это тут другой прикол. Чудесный кувшин. Понимаешь? Мне кажется, был английский. Здесь написал правильно. Он вроде как-то крафтится в создании.
Так, кувшин никуда не убегает. Сейчас я к тебе вернусь. Так, мы отрегенили тут МП. Вот первую книгу ты можешь, например, за 20 лямов себе скрафтить. Но лимит создания на аккаунт 5 штук. Так, а это что у нас? Тут тоже одна звезда. Третья создается из разных предметов. Блин, наверное, тебе так будет непонятно. И лучше просто показать, где там. Other игры нет, full face и вот так вот. Сейчас мы перейдем пока на Essence, ребят. Если кто смотрит, мы покажу пока Essence буквально только для Twitch'а. Only him. Так, вот у нас есть особое создание. Внизу меню у меня в данном случае это под автобоем. Ты туда заходишь, и вот у тебя здесь есть в книгах. Вот, выбираешь там все, либо просто книги заклинаний, видимо. Вот, и здесь у нас разные книги, перечень. У нас есть купон на книгу, который добывается за Дэну. Вот, и вот отсюда уже начинается за разные ресурсы. Они как-то добываются с мобов или с боссов, которые появляются временно. Вот эти вот, да, сражения какие-то. Вот, могут выпустить. То есть, в принципе, да, они типа добываются игровым путем, но сам видишь, это шанс. Вот, то есть, если ты зайдешь и поизучаешь немного, тут как-то это все шансы. То есть 35% на создание третьей книги. И еще вот магическую табличку, она тоже в ими есть. 500 тысяч дэн, правда, но она есть. То есть можно взять. Я вот только не поняла, они, наверное, просто еще не добавили, что ли, в магазин Эль Монет такие вот итемы, потому что это как-то странно. На Мэйне там все сразу было практически. Твич спокойствие. Остается вопрос, а где же добыть, короче, эти ресурсы? Потому что мне... падают, ну это с какого-то этого падают, не то, то есть слиток металла упало где-то, где я не знаю, он как-то у меня оказался в сумке. Вот, но в основном такие вот падают здесь. Я пока не разобралась, куда их кидать. Так, я вернусь к квестам. Кувшинчик, ты никуда не ушел, это замечательно. Это убить. Че, он пропадает или мне? Я дракон, спасибо. Всегда мечтала о таком дропе. Наверное, лучше будет бегать как-то по карте. Следующий кувшин. Нам осталось их найти всего лишь 9. Так, у меня вопрос. Я там поставила на кач эльфа? Да, я поставила на кач эльфа. У него остался набить один этом. Я надеюсь, у меня нет конкуренции с этими кувшинами. О, кувшин. О, какая прелесть.
Так. Били. Осталось 8 кувшинчиков нам найти. Раньше вроде хороший на пояс. Поехала, пошла. А кувшин. Иди сюда. Так, это мы, значит, убиваем, юзаем и все. Так, нет, не вылетаем никуда. Так, как там моя хилка себя чувствует? Нет, меня здесь нигде не потеряли, а то не могут меня потерять-то. Так, у нас тут выполнился квест, сейчас я новый возьму. Еще 50 мобов набить, говорят. Мне надо бы... Ну ладно, сейчас я тут это... Может быть, захочу немного отдохнуть потом. Убирание квеста. Я кетру там выполнила, выходит. Я должна быть их тут немного. Ага, прямо по курсу. Видим цель, идем к цели. Разбить. Нет, то есть я пока его не убью, ничего не могу сделать. Нет, 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 нет. Моё, ты уйди отсюда. Пока я тут разбиралась, можно его там как-нибудь коцнуть. Решила сделать квесты новые? Да, я решила, конечно, пройтись. Вообще, я думала посидеть, постримить Еву, но потом так получилось, что для Сата в пати не оказалось места, и я решила, да, сделать квест. Где-то на кухне. Где-то рядом. Вот он. Так, там бегает конкурент. Крайне скучные, но я думаю, что да, ты прав. Так, еще один. Черт, я думала, он там где-то на ветках на дерево, уже думал, как до него долазить. Так, иди сюда. Убиваем. Нету того ДКшника. Кувшинчик. Нет? Как нет? Убивайся давай. Еще три осталось. Ой. А зачем я тогда бегала по всей карте, если они, оказывается, так вот? А ну так бежим? Нет, в другую сторону бежим. Будет бежать недалеко.
один, еще один. Все, удача закончилась. Придется бегать по всей карте. Это просто, видимо, удача сработала на поиске всяких древних кувшинов. Всё, последний, последний. Берём. Поцаем. Разбиваем. Здравствуй, Никанор. Тебе приятного вечера. Так, доступны. Варка. Непонятно, надеюсь, что меня здесь не сожрут. Так, что у меня там моя эльфа модная? Блин, тут все плохо. Это тоже будет тележка, интересно. Так, школ приказ. Здесь они так и называют. Кувшином мы убили. Так, что-то унюхали. Так, то же самое получается, что и с кувшинами, что ли? Так, а можно чем-нибудь поближе? Видите, какая лень у игроков развивается. Можно что-то поближе, чтобы далеко не бегать. Ой, такой быстрый лес. Я ж только оттуда убегала. Там тот ДКшник. Сейчас будет тырить тоже припас. Так, 2 из 10. Что у нас тут здесь еще? Сейчас бац, опять гнома так назад побежит. Может, мне надо туда просто не уходить? Так, ладно. Ради эксперимента потусуемся здесь. Данный квест я не выполняла, так сказать, первый раз его делаю. И что? А, вон, вижу. Он переместился, хотел меня обмануть. Не вышло. Да. В общем, можно, видимо, отсюда далеко и не уходить. Так. Оп.
Есть, взяли. Так, наверное, теперь там будет. Действительно здесь появилось. Порт! Ай-яй-яй! Убивают! Убивают гнома! Нехорошие мобы. Напали, я ж такая маленькая тут бегала. Щупленькая, можно сказать. Все, встречаем ждуна, ждем тут коробку. Что Ева? Ева тут мучается с МП. Давай коробку, давай коробку. Все, пацаны, не появится. Не будем отпугивать удачу. Делаем вид, что мы побежали в другую сторону. Есть, конечно, все шансы, что не прокатит. А ты Сата свапнула в магогномку? Да, я его свапнула в магогномку. Из цеха в магогномку. Так, кажется... Кажется, все. Отправляет меня гулять в другое место. Здравствуйте, Стефана, приветики. Как тебе в целом и в общем? Ну, техносайт, она мощнее, чем этот цеха Фео. То есть это, ну, факт. Кастуются скиллы у нее гораздо быстрее. Она мобильнее. Ее скиллы работают на мобов так вот, ну, нормально. Она их и стягивает, она их и свободно станет, что очень приятно. Единственное, что ей не хватает выживаемости. То есть, если ее подшаманить так, чтобы она жила, то будет хорошо. А в остальном она вполне себе надохлая. Да, вот ты очень правильно подобрал слово «дохлая». Просто вот у нас маг, он свапнулся в из цеха темного эльфа в гномку. Он очень долго думал, примерялся. И на его бусте он проходит то, что он не мог пройти на своем цеха. И он так приятно удивлен и просто сейчас счастлив у нас. За квесты только банки дают, а то еще не делают. Да, там дают такие вот баночки. Покровительство Верховного Жреца, тут немножко статов дадут. Эти банки, я думаю, что, наверное, оставлю их на ПВП. Ну, для своего хила. Мало ли там какой-нибудь ПВПшинг, драка будет, и, в общем, надо будет оставить. Но я об этом говорила еще, когда они запустили Агушу. Там у меня было мое первое видео, после которого я сказала, что типа не буду играть за магогномку. А тут я передумала. Во-первых, я выкачивала некоторых твинов, которые попросили сделать. Я качала их магогномой. И мне показалось, что это вполне прикольно, то есть на длинной дистанции. А потом у нас маг решил, что
свопнется в мага-гному. И это меня триггернуло тоже изменить, так сказать, своего твина в гномку. Я потом еще раз побегала, посмотрела. Мне не нравился скин гнома, и я думала, чем это можно заменить. Вот, и нашла вот такую для себя внешку. Когда-то видела такую внешку на гноме. Вот, и мне показалось, что это весьма очень мило, и решила тоже, что это скрасит отсутствие внешки именно эльфа. Прям один в один. Так, меня сейчас едят. О, меня съедят. Нет, едят. Я не дамся без боя. Ни за что. Так, все в порядке, все хорошо. Так, и еще одна коробочка. Ну, вот только это помогло решиться на то, чтобы смениться именно в эту кнопку. Все-таки на самом деле очень жалко расставаться с этими скинами. Сейчас выходит так, что люди будут бегать гномками, люди будут бегать ДК. Никакого разнообразия. И только энтузиасты, фанаты класса, фанаты рас будут бегать за тех, кто им нравится. Но так как у меня сата больше все-таки для контента задела. Вот, и немножечко он у меня подфармливает, особенно на данный момент это топ ДД для одного из заходов на блеске. Вот, ему нужно что-то было менять тебе. Я качал мага-гномку, не понравилось, сделал из нее с ума, а на либре сменил внешку гномки на няху. Но няхи, они такие, они очень миленькие. Так, что у нас тут? Все, да? Нет, еще не все, надо же волотнуть. Мы волотнули, окей. Сделали. Няхи тоже прикольные. У них же там скорости вроде больше. То есть мы помогли ящеркам. Блин, а я не уверена, что я варк-то потащу на таком густе. Ладно, сдохнем, так сдохнем. Здравствуй, Мистерио. Ну вот, да, вот это вот, то, что скин нельзя сохранить, это очень печалит. Хотелось бы скин оставить. Ой. Так. Блин, ну я фиг его знает, но попробую. Мне кажется, мне сейчас тут просто отделают. Пусть они дохнут там. Тут нужна моя ППХ, наверное. Била бы смогла бы тут все разнести. И что? Что там еще есть? Доступно. Это со свержением связано. Еще одно свержение. И еще одно свержение. И еще одно свержение. То есть все, мне осталось только варку закрыть. И здесь пока с квестами будут покончены. Эти квесты одноразовые? Да. И эти квесты одноразовые.
Стефана Фиоре. Ты знаешь, твоя задумка очень замечательная. То, что какую внешку хочешь, такую и делаешь. Но, видимо, в воображении разработчиков это нехорошо. Либо сделают в будущем, но платно. Так, а что мы здесь делаем? Мы, наверное, сходим в кастю, потому что я еще не была. И я думаю, что потом мне не хватит времени сходить туда. Тем более у нас уже час ночи. Полдетрона прошло. Так, 125 у меня не тянет персонаж. Да, 125 не тянет. Маленький слишком. Так, ну пойдем туда-сюда. Я надеюсь, что да, макрос работает отлично. Я думаю, нет, я, короче, потом заведу в этот в иллюзорку. Я стала ходить в иллюзорку. Я ленилась предыдущий сезон и не ходила никакими чарами. А в этом сезоне я стараюсь как-то еще ходить. Я когда пробовала играть в Black Desert, наверное, около часа сидела, создавала пнешку. Я слышала о том, что люди, ну, довольно-таки так как кропотливо прям подходят к этому процессу. Я бы и сама так подходила. Хорошо, что в Lineage 2 не нужно столько времени тратить на внешку. Хотя, на внешку сета... Возможно, люди тратят много времени. Так, нам надо будет потом на Еве посмотреть, что у нас с Евой. И еще так. Даже не знаю. Ну, сейчас в иллюзорке хоть больше очков. Да, я заметила, что дают 20 очков за просто если босса проходишь, и 30 очков дают, если там появляется дополнительный моб. Я, правда, не совсем еще решила, точнее, не так, я не решила, что я буду оттуда брать, но подумала, что пусть очки копятся, всегда найдется, на что их там потратить. Так, у нас босс появился, сейчас мы его заколупаем. Давайте отсюда. Ага. Попадаем. Так, что мне там на Еве? Ева жива? Ева жива, но Ева без маны. Так, ладно, мы туда отсюда вылетим. Я хотела... О, кстати, сейчас, короче, мы иллюзорку пройдем и переключимся на Еву. Материал... Металлограф. Материал для создания предмета при помощи мини-гномов или функции особого создания. Надо же. Так, может быть мы что-то лутнем? Камень ничего не лутнем. Я взял камень энергии и думаю еще взять мозг усиления. А у меня... Камень энергии есть, а маску усиления, я не знаю, но мне как-то не привлекает. Я хочу себе в будущем купить этот четвертый ПВЕшное сияние. Вот, а так у меня в маске эксперта Лейсик стоит на 4% макритам. Вопросики. А, ну я смогу просто взять и влететь здесь в город.
И пусть она там ману регенит. Капец, она пока у меня тут стояла немного, она уже отрегенила 1600 маны. А я вот остановила буквально секунд, на, наверное, на 30, может быть, чуть больше. Так, Сата сюда. Помочь. Сейчас мы тебе так поможем. Из нас такие помощники. Да? Гнома, из нас такие суперские помощники. Прям обзавидуешься. Панели же макросные скиллы, и поэтому у меня мышка и этот скилл работать не будут. Инсты я здесь уже закрыла. Меня любезно провели по инстам. Вот, поэтому сад уже все закрыт. Здесь только его тарабанить за свержение, но осталось где-то 45 минут, поэтому надо. Так, стрим там не тупить, не тупить. Мана тупит денег, а не хочу порехов. Момент, когда больно просто оставаться с ИДМ. Так, 79 мы взяли. Тата там у меня побеждает? Побеждает. Молодец. Автономный это топчик. А то тут пока полазишь по всему. Еще мы качаем ВК. Мне нужен ВК. Нехорошо он качается. Мишка куплю. Тренировочная, пойду поставлю, может быть, экспо там будет больше. Там.
собралась мать без мамы. Где мобил? Мобил. Тут иллюзорка, тут тренировка. Одна пределами временной зоны. То есть мы сейчас стоим, впитываем экскогубка, бьем мобо. Так, ну у нас мана тут вообще топчик себя чувствует. Ева у меня что? Как она сильна? Угу. Комп вроде не греет. А мобов, наверное, тут не было дополнительно. Я просто не помню, сколько здесь очков было. Но, судя по всему, я тут тоже пару дней все-таки пропустила и не ходила, а 70 очей всего лишь. Черлонга. Календарь. Налики мы все взяли. О, такая игруха. Автопилот. Медвежатник по телевизору. То есть у повелителя стихий нужно было обязательно любить светлый нюк, чтобы мана не уходила. Блин, это ж все меняет. Хотя нет, надо будет проверить потом на моба. Эффективность зелья восстановления ХП плюс 50 преобразует 3% нанесенного урона в МП. Работает с определенной вероятностью. Наверное, вот скильчик тут работает. Не, ну лох это судьба, это факт. Так, с тем, кто заходит и думает, где что происходит, это я. Параллельно еще в Еву играю. А, так, а мы босса убили, кстати? Кажется, да. Да, да или нет? Нет. Да, мы убили босса, но мы дали 20 очей иллюзорного снаряжения.
спать, я особо не поиграю в бочку. Ну да, уже все к соло игре как-то все идет. Тут какой-то невероятный спанбок. А, это такое вчера было. Это непонятно, будет я потом в локацию как-нибудь сводить. Че, я без маны-то торчу тогда в локациях. Так. Сата, мы закончили. Сата молодец. Пардон, не то. Выйти наружу. Все, весь контент Сата закончен. Сколько там? 38 минут. Теперь. Пусть пойдет постоит сверху, так уж и быть. Он будет в городе у меня простаивать столько времени. Пусть что-то сделает полезное для себя. Мне тем более атрибут атака там нужна. У меня шарик второй уровень и 50% источник огня. Учитывая, что чар бьет блески, ему надо разгоняй. Это все делаем. Чар бомж, но немного одет. О. Ты говоришь. И ты улетели. Как вижу, цвета. И светит призывы священного огня. У меня тотема. Ладно. Сегодня переживем в этом. А что у нас тут есть? 177. Это будет мало. Там же больше нужен шанс 60%. Успеха. Так, все. Стоим, хилимся. Чаем сток. Ох, так, есть там любители Евы или Мейна. Я вот думаю, кого включить? Я могу включить хила, потому что тут у нас будет такое все происходить. Хотя у хила тут тоже не больно, что можно показать. Дают, я не понимаю, куда это все дают. Как этим всем пользоваться? Блин, тут надо, наверное, было опыт. Не знаю, я его не снова. Так, давайте. Да, мне особо интересно смотреть, как там чар человек там. Я думаю, посмотрим, как я мучаюсь последствия. Потому что на мейне у меня просто один чар стоит. Там что-то есть. Все, отстань, лутаем. Что лутнули? Что лутнули, не знаю. Ну что-то лутнули. Там была какая-то банка. Мы ее подняли. А что подняли, непонятно.
И чё, всё? Вот, я ж тут нифига не вкачала. Непонятно. Так, что у нас там? Нам нужно переименоваться. О, чтобы это кучу раз не писать, что куда. Я сейчас пока буду скакать по серверам. Сделаем, чтобы нас потом не осуждали. Итак. Вот у меня были проблемы в башне Пума. Там серьезные были проблемы. Мания, она просто у меня тупо оставалась без маны. На мини мы выполнили одноразовые квесты, новые, которые дали, сходили в касте и прошли иллюзорное снаряжение. На данный момент персонажи стоят у меня в Детроне, качаются, впитывают эксп и впитывают процент огня источника. Так, я вижу вот тут вот кучу-кучу людей. Смотрим. Как будет все плохо? Все плохо. Уже вижу. Видимо, в инсте что ли была такая штука. Да, это, видимо, было так в инсте. А в локациях так не работает. Блин, ну это грустненько. Очень-очень-очень грустненько. А, ну вижу, вытаскивается триггером. Я получила благословение природы себе на персонажа и выучила пассивное умение единение с природой, увеличивает бонус хп, мп, вот, и продление маны, которое максимум мп дает 15% и 2000 мп сверху. Я правда теперь не знаю, мне как-то это не особо помогло. Вот, а дальше, чтобы это все учить, это нужно либо книгу. Убираем. Книга. 20 лямов. Чтобы книгу какую-нибудь здесь взять. Ну, Quality не знаю, уже стоит ли брать, но что-то другое, видимо. Надо, видимо, в активке где-то смотреть. Я не видела, что, кстати, вот это использовали. Вот это использовали. Манорегена я тут не вижу. Надо так-то, конечно, еще серьгу на манореген Ева. Но я ее сломала. Она у меня была плюс 3, надо было оставлять, я ее сломала.
Ситуация явно лучше, чем была все-таки. Магии света, то есть нам нужен нюк света. Ну и походу вот этот вот самый такой быстрый нюк. Либо нужно что-то еще на перезарядку, типа расточить тебе бижутерию некую. Лично для меня, собственно, все однообразно стало, что мейн, что эссенс, только в эссенсе просто не знаешь, как играют какие-то только моменты. Поэтому, наверное, вернемся к мейнхилу. Для наших хилов. Против, сколько накачала, так 5% уже сделали. Ребята стараются. Я пойду себе сделаю чаёк, так что будет небольшой перерывчик. Ну, если что, у нас там баллы канала подключены, и Йосон, там можно заказать песню. Она должна автоматом будет поставить. Я всё-таки пойду за чайком, чтобы не умереть во время Детрона. Ну, или пока я тут буду в фотошопе что-то монтировать, делать.
Здравствуйте, Стефана. О, пардон. Смотрите, у нас Стефана Фиори. Виталий, здравствуйте. Спасибо вам за ваш комментарий на Ютубе. Очень приятно. Как-то хорошо получилось. Совершенное преображение, супер. У меня хотя бы теперь чар стоит с маной. Он с маной. Ладно, нам нужно делать заставку для баннера. Но перед этим надо сохранить проект DaVinci. Так, а вот как тут? Горячая, конечно, такая же. Save Project, Ctrl+F. Нажимаем. Я надеюсь, ты сохранишься. Придется мне заново все делать потом. Так, открываем Photoshop. Нам нужно отфотошопить мою фотографию. Для баннера. Меня спрашивают, где мое оформление, а мое оформление в процессе оформления. Именно так причем. Так, оформление в процессе оформления. Какой же там размер на баннер? Проигрывателя на Твиче. Так, 25 на 60. Так. 1200 на 480. Да, нет. Так. Так. 300 ppi. Так,
ладно, и что я потом поменяю? Где же та фотка? Фотография. Так, вот, фото есть. Нашли. Что я с ней хочу сделать? Я ее хочу обесцветить, соблюрить или что? Или наложить какой-нибудь фильтр? Даже не знаю. А, здесь... Да, видимо, я там сделала. Именно там. А вот это очень. Я туда кликаю. Так. Закрываем нашу сумку. Все хорошо, все отлично. Ладно, пока так. И возьмем вот так. Вопросики. Вопросики, как мы это будем делать? Через удаление я не хочу, но иначе шейповым делать. Шейп фигура. И вот, собственно. Нет. Никакого скругления. Без всякого скругления. Пробуем еще раз. Два. Есть. Захват есть. И серо-голубые глаза. Прекрасно. Нет, заливку. Заливку убираем. Оливка нам не нужна, нам же водка. Обводка. Так. Сменить цвет обводки. А, там что было? Е, кажется. А что кажется? Ну-ка попробуем. Смотрим. Нет, надо красный. Треугольник. Нет. Красненький. Какой у нас красный канал? Все, надо найти свое. Ctrl-C и Ctrl-S. Мне не нравится, как выглядит. Ну, значит, нет. Так, мы тогда это делаем как рамку без рисунка. Делаем туда свой умножение цвета и вставляем свои цвета. Ну-ка. О, это больно. Вот. Какое дело? Что было, отпускайся ровненько. У нас ровненько.
это хорошо. Так, тогда мы это теперь закрепляем, делаем новый лайер. И. Что мне не нравится? Мне не нравится, что она будет очень яркой. Все? Не так быстро время прошло. Выше эльф стоит с маной. Господи. О. Сутки мучений, сутки. Так, все. Тут все ясно. Тут можно сказать, контент на сегодня комплит. Кашника мелкого. Есть Симон. Так, все, приземлился, я пойду. Пойду туда. Увлекательный геймплей на нашем экране. Смотрите, не стесняйтесь. Так. Тут все good. Вопросит. Так, вопросит. Вопросит. А, понятно. Я все слоты заняты. Ладно, сейчас найдем план свободный. Свободный. Почему мы будем искать свободно? Мы сейчас просто возьмем. Мы сейчас возьмем. Так, типа. Берем типа. Берем ППшку. ППшку. Переобуваемся. Инсты? Что не так-то? Я на споте. Я везде на споте, я там на споте, я тут на споте. Ну ладно. Так, у меня дубинки не те. То есть у меня все отменяется, да, весь мой поход. За 10 минут дайте, я хоть это пройду. Чтобы нас не съели. Но у меня бывает, жирают меня.
включаем. А зачем я тут прибор? Он тут не нужен. Во, всё. Всё, изи, просто изи. Главное, чтобы тебе не сожрали, да. У меня такое бывает. Так. То есть без меня, как без рук. А, добрый вечер, добрый вечер. Или ночью, но вы поняли. Большущий привет. А что не на Еве? Как это на Еве? Ну вот мы вот сейчас, смотри, сейчас мы хоба и переобуемся на Еву. Вот, видишь, сразу оба, и мы на Еве. Всё, Мэйн на сегодня отыграл. Просто вот красота, красота. Мана есть у персонажа. Мане быть. А что за месиво? Так это люди пытаются выполнить квест. Люди пытаются качаться. Я там, правда, все захваты пропустила, но ладно. Ну, через 7.5 минут я подойду. Так, очередь надо сразу, видно, дитя года. А почему дитя года? Слушай, это...
пати не будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И мой ПП. Сюда можно ПП влезть? Или кого-то еще возьмут? Мы сразу пришли тремя КПшками. Ну, блин, я вот реально где-то... Первое КП, наверное, у меня было в 2014 году. Аж вот так вот. Разозлил. Да ладно тебе, я ж просто пришла сразиться с тобой. Завтра опять приду. Там половину. Значит, есть все шансы, что его убьем. Не, ну что за красота? Ну она есть. Господи, я не нарадуюсь. Это же получается, у меня чар теперь может всю ночь стоять. Обычно она падала. А вообще это фотошоп, это фотошоп. Ну, так, свой номер два. А, я хотела сейчас сделать фото. Ой, фильтр. Блик. Что такое блик? Серьезно? Я, чтобы вы понимали, просто играю с фотошопом в последнее время. Фотошопом и DaVinci. Значит, мама у нас не было. Что у меня тут ВК? Буду теперь знать, короче, если что, проходить все такие мелкие локации днем или утром. Наверное, утром.
будет с нами сила Капча. Собственно, на обеих версиях все одно однообразно. Покачался там, покачался тут, перешел, постоял здесь, точнулся здесь, сломал вон там. О, залил бабла, все сначала. Коротко о всех версиях. Ну, не о всех, я играла только в две, получается, вот в Main и Essence. Но в L2M, которая там мобилка, я не играл. И также не играла в этот в классик. Thank you.
Сейчас я гляну, сколько хд будет на перевязанное и сделаю. Будет все ровненько бафаться. Ровненькое? Да, 81-го. А, да то, о чем ребята говорили. Сейчас будет боль. Дополнительный урон. Меняемся на огонь. И у нас тут нет. Хотим еще кресты, думаю, разобрать. Интересно, а здесь потекать вообще предусмотрено? Так. Наша цель сейчас сделать ровненький баф. Сделать ровненький баф, не нужно понимать, сколько у меня КД бизона. Действительно, для чего написать рейд скилла? Это сложно. О, точно, гений. Есть же дубинки, у меня же есть запасные дубинки. Шилина, как у нормального исы, не нуба, есть плюс седьмые, ёлки, горите в аду. Это уже который раз у вас цешные реликвии. Еще и возмездие. Так, или вот это. Вопросики. Так. Что я могу сделать? Я могу вот это взять, это сюда кинуть. Я могу это дать. Убираю посылку. Я могу это дать. Так уж и быть. Я могу дать это. И еще вот это. Сейчас глянем, что получилось. Поэтому это мы отсылаем назад. Так, берем почту.
это, и вот это сюда. Сколько нам нужно? Я поставлю пока 3, а там, может быть, будет 2. Скорее всего, будет 2, хватит, если посередине все делать. Вот, я просто думаю, короче, мы, наверное, поставим метку. Мне с метками удобно. Делаем так. И он пока будет кастовать, это будет минутка. Шутка-минутка. И потом сюда, значит, прибегаем, потом делаем delay, а вот тут как раз таки, нет, стоп, атака, действительно, delay нужно, delay мы ставим 3, контрсет, контрлен, скорее всего, будет меньше, нет, это мы нажимаем атаку, а delay здесь будет не 3, наверное, будет где-то delay, пусть будет 300. Сейчас мы это и затестим. Так как у меня тут гомункула-то нет. Так. Сначала мы даем 101. О, 437, грубо говоря, у нас 437. Это меньше 5 минут. Да. 85 ставим. Видите, ему макроса. ВК. Что первый? Все, идем. Ждем отката и будем тестить. Что тут? Качаться мы будем долго и нудно, но зато с МП. Это не может не радовать. Не знаю, что тут учить, так что вот, пусть будет так, как есть. Ну что, у нас сколько? Стрим 2.20 идет, это уже, если честно, очень долго для меня. Вот, я бы еще посидела, но нужно пока повременить. Лучше буду чаще стримить по дням, чем я буду вот так вот отвисать потом. Анька, всем большое спасибо за то, что вы были с нами. Вот встретимся мы, скорее всего, завтра. А я буду тут допиливать свои макросы и наделать то, что уже начала с оформлением. Всем спокойной ночи и всем до завтра.